Вот это вот такой вот Чебурашка. На нём вот так вот. Вот так. Ой, вот. Необыкновенный Чебурашка. Слышит именно так. Вручную глазами, ничего не сделанными. Вот такая вот бровь тут. Ротик у него такой, такой носик вот. Ну, красиво сделано вот. Чтобы было совсем красиво вот тут под шейкой. Под шейкой сделали вот тут такое оранжевое. Это чтобы было красиво прям. Ну вот, когда смотришь вот так. Вот, получается красиво вот. Потому что желтый цвет, это желтый цвет. А тут как-то компенсируется вот таким вот цветом. Сверху. У него сверху вот такая вот штука. Папа. Это чтобы гранью вешать. Чтобы гранью вешать вот. Сзади он. Вот тут вот, вот он. Не знаю, что это. Тут он шит как бы. Вот. На шее вот. Оригинальная у него бумажечка вот. Не могу, конечно, ее показать, потому что ее не разбирается вот. Вот тут Toys. Toys бумажечка вот. Примерно тут. По-русски написано, но... Её, короче, не разберешь вот тут вот бумажечку, поэтому он такой вот сделан, сидячий позе вот. Очень просматриваются на нем, конечно, швы. Швы вот эти белые на нем просматриваются. Как будто бы он какой-то то ли грязный, то ли что, вот эти швы просматриваются очень. Очень на нем. Поэтому не могу как-то сказать что-то. Ну вот, в общем, вот такой он есть. Вот уши у него. Вот такие уши у него с двух сторон, вот, уши. Лапка у него вот, тут вот, такие вот лапки с желтым вот кругом. Это такая лапка, как... Ну вот. Так вот сделано вообще. Старались, делали вот. Поэтому красиво вот. Глаза особенно вот вышивали вот. Мне нравится, как глаза вышивали вот. Вышивочка пошла, конечно. Поэтому милая игрушка просто вот так вот.